пробивает мяч за стриё в ногах футболистов Ювентуса. И попытка гостей перейти в контратаку. Коман цепляется за мяч. Тут же накрывает его соперника. Передача в центр. Коман. Вот те самые стартовые 5 минут, когда Ювентус быстро переходил вперед и очень легко за мяч у штрафного соперника. Но арбитр нарушение правил не увидел. Ювентус контра. Подача Фернандеса. Выносит мяч Лорент. Коман. Писаро здесь правило нарушает. И потом Ювентуса. Какие могут быть здесь разговоры? Третий раз в этом сезоне получает желтый. Коман отбирает мяч футболисты Ювентуса без нарушения правил. Коман устремляется к чужим воротам. Преимущество Ферентино во владении мячом. Но именно что небольшое. Вот сейчас во время этой атаки Ювентус может запросто и сравняться. Джиджи Гомес бросался там к мячу, но благодаря действиям Буффона не случился опасный момент. Но матч с Ферентиной сменяет команду.